Друзья, всем доброе утро. Я по традиции отправляюсь на скрутки. Сегодня для меня крайний день охоты, 10 апреля. Вот, ночью гусь шел хорошо, вчера днем летал. Но вчера мы взяли одного, позавчера взяли 9. Итог на сегодняшний день пока 11 добытых гусей. Вот. Сегодня после обеда я уже, наверное, буду собираться и выдвигаться домой. Что мы сегодня добудем, посмотрим. Так что вот этот сезон прошел не очень весело. Но своего гуся я добыл. Нет. Вам спасибо, что смотрите, что переживали, следили за погодой. Вот. Ежедневные отчеты не удалось выкладывать, так как был утоплен телефон. Поэтому только 5 дней я смог выложить. Но жизнь продолжается, мы двигаемся дальше. Все, теперь на охоту. Бей! Есть, там упал, да? Красиво! Пацаны, с первенцем. Нормально. Натянули. А где еще двойка-то? Нормально этот, матросики, все видно было, бля. Да ладно. Ух. С полем. С полем. Друзья, доброе утро. Сегодня у нас 6-й день охоты. Выпуск будет задерживаться, так как я утопил телефон. И теперь снимаю на экшн камеру. Вот. Восход у нас сегодня прекрасный, красивый. Чайки летают. Вчера добыли гуся. Вот этот момент. Там что-то со звуком посмотрю. Вот. Наст по-прежнему по утрам держит. Идем на скрутки. Ледок сковал сегодня за ночь опять. Была мелкая крошка. Сегодня погода хорошая должна быть. Может, все-таки полетит гусь массово. Посмотрим. Такой натоптали. Каждое утро как на работу в 5 утра проходим через проходную лестницу, встречает наш мостик.
ледовая обстановка. Тут вот уже как оттаяло. Птички поют. Идем дальше. Ну вот мы на скоротке. Гуси в ине. Чайки летают. А гуся пока не видать. Ждем. Привет всем. У нас новый день. И погода пришла хорошая. Утки очень много стало мотаться. Сейчас дошел, снег проваливается. Всякие птички прилетели. Но гуся еще не видать. Вчера с утра чуть-чуть он мотался. Вот. А сегодня пока не видел стаи. Так что начинаем охотиться. Вас снимает скрытая камера. Ледокол Олег пошел пробивать лед. Обстановка по кайфу. А гуся так и нет. Шел седьмой день охоты. Посмотри на реакцию. Скажи, молодцом. Молодцом. Вау, Олег, у вас два? И у нас два. Да ладно? Да. Нормальная рабочая высота. А ты говоришь, нет, нет, они четко вы... А я одного провожу, с моей подой. Во, Коля второго забрал. А у вас один сюда упал, да? Один вот сюда упал. А я в него, слышишь, Олег, выцеливаю. Смотрю, складывается и вниз. Полем! Хэгэй! Гумяш, да? Гумяш? А этот где первый? Джулыч. О, гумяш, а! Блять, я прям четко. Я, не матерись. Я второй выстрел, блять. Даже вот я не стал торопиться, я целил. Я первый вижу, что я попал куда-то, блять. У этого жестко тоже попал. Вот это вообще жестко попал. Смотри. Это старенький. Надо почистить. Снеж! Вон снеж. Ну-ка, Олежка, покажи ваши. Ну, а что если какие-то у вас ёпки? Не матерись, мы записываем. О, на лед 4 штуки, этот живой еще. Это еще живой, да. Вот они. Порежь ему горло. Не, надо это. Вот они. Да там некрасиво потом. Да, вообще, блядь, жирного мне маханули какого. Да, мы его. Этот прям, блин, хороший. Давай контроль. Он дойдет, честно. Они с полем, мужики! Слева, два, да? Ну что, как вам? Налет? Блин, наконец-то. Как это? Че, давайте фотку сделаем. Давай фотку сделаем. Четыре гумиша. Кого фотик я? Да, фоточку надо сделать. Все, да. Гуменьки были. Достойно, блин.